Подключение насоса. Циркуляционный насос работает по управлению того же терморегулятора по умной схеме. То есть он дает немного разгрузку насоса, он работает не постоянно. Подключение очень простое. Вот она нулевая шина, ноль насоса, вот синий провод тоже подключен непосредственно на насос. Напоминаю, что крышку насоса можно снимать на третьей скорости. Фаза насоса, обратите внимание, только фаза, подключена на восьмом контакте. И здесь сейчас же стоят перемычки. Седьмой, девятый, одиннадцатый провод. Вот он белый. Одиннадцатый, девятый, седьмой. Это будет подключение терморегулятора. Насос подключен к восьмой клемме.